Доброго времени суток. У нас сегодня на обзоре вот такое чудо-изобретение. Называется электрооткрывашка. Заказал ее в Китае без малого, где-то 400 рублей. В комплекте идет инструкция на китайском языке, непонятно про что. И вот такая приспособа для держания банок. Давайте посмотрим, как она работает. У нее есть нож, магнит. Нож автоматически складывается и делает полностью автоматически она круг. То есть она устанавливается вот так на банку. Так. Вот так как-то она. Не густо, чуть-чуть вроде надрезала. Так, давайте попробуем еще раз включить. Почему она так работает, я пока еще не знаю. Опять то же самое ставим. Так, не знаю, что здесь нажимать, авто или... Так. Судя по капелькам, что-то надрезало, но ничего не отрезало. Давайте посмотрим, что регулировка дает. Ощущение. Нож не сходит, не разводит. Ничего, на одном месте. Ну, еще попытку, пока батарейки не сели. Давайте еще поставим. Так, поставил, нажал. Вот у меня получается свелся нож. И это причем на новых батарейках Duracell. Так, есть сдвиги. Практически она половину открыла. Давайте еще попробуем. Так, как вы думаете, это победа? Нет, еще вот здесь вот кусок не дорезан. Ставим тогда приблизительно вот отсюда. Можно, наверное, назвать эффект притерлись шестеренки.
Там, наверное, все металлическое, смазка, ванна целая. Все, это получается... Ага, все. Не все, а, по-моему, батарейки сели. Так, то есть она оборот не сделала. Она отключилась. Так, ну практически она дорезала в двух местах. Вот здесь вот мы видим нитка такая. И вот в этом месте. Так. Дубль 2. Теперь мы уже с этой стороны будем банку резать. То же самое. Вставляем. Прижимаем. Нажимаем. Не дорезала, оборот не сделала. Пробуем еще раз. Полностью оборот сделала. Смотрим, открыла или нет. Нет, не открыла. Где-то все равно у нее недорезы остаются. Вот это место она не дорезала. То есть получается это что-то вот такое. Ну что ж, давайте смотрите сами про такое чудо изобретение. Без малого оно мне обошлось 400 рублей. На батарейках Panasonic. Так, они у меня уже выкинуты. На батарейках Panasonic она вообще у меня отказалась работать. Она маленько поработала, так, с натягом, и причем все батарейки нагрелись, и больше ничего не происходило. Дальше батарейки Duracell стоят по 50 рублей. Насколько их хватит? Вроде как бы можно отрезать, но по количеству я еще не могу сказать, насколько их хватит, но, по-моему, проще мне эту банку открыть на наждаке. Вот для вас вот такой видеообзорчик. Судите сами, стоит ли покупать такое чудо изобретение или не стоит. До свидания. С вами был Сергей.